25 спектаклей. А сколько в труппе человек у них? Примерно 80. Это получается... 0,3 человека спектаклей в месяц. Да. Это ж как такую нагрузку можно выдержать? Да, тяжело. Тяжело. Нам надо им помочь. Да. И приготовить им в подарок эликсир богов. Подай-ка ты мне амфор сюда. Возьмем книгу с названием кратким «О вкусном и здоровом творчестве здесь есть рецепт». Налей-ка ты сюда немножечко таланта и зависти, интриг чуть-чуть и подлинного вдохновения. Затем добавим мы сюда еще... чего-нибудь, перемешаем, снимем пробу. Готово. Спасибо, я уже. Ага. Употреблять после третьего звонка. Перед употреблением в Балтон. Поздравляю!